За 4 года удалось обеспечить ежегодный экономический рост, он превышает общероссийские темпы. Суммарный объем заявленных инвестиций превышает 3,5 триллиона рублей. Создан набор механизмов поддержки инвестиций, это территория опережающего развития, а также режим свободного порта Владивосток. С утра сегодня мы подписали такое предварительное соглашение о строительстве нового ЦБК на Дальнем Востоке. Когда создаются новые инвестиционные проекты, по сути дела, часто строятся целые города. Уже сегодня нужно строить жилье, дороги, детские сады, школы, больницы. Эта работа, к сожалению, затянулась, требует дополнительных усилий. Транспортная доступность – это одна из основных проблем, с которой сталкиваются дальневосточники. Особенно это касается строительства и модернизации аэропортов, а также пунктов пропуска через госграницу. Речь идет о 40 аэропортах на Дальнем Востоке. Они все жизненно необходимы. И о 15 пунктах пропуска, которые расположены на юге Дальнего Востока, которые сегодня выступают узким местом в развитии торгово-экономического сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Регион очень большой, слабо заселенный. Состояние инфраструктуры большинства объектов вообще не отвечает современным требованиям и становится препятствием при реализации инвестиционных планов и развитии туристических направлений. Это не значит, что там ничего не сделано, есть и вполне позитивные примеры, но их, к сожалению, меньше, чем мы на это вправе рассчитывать. Начинает свою работу первая очередь Якутской ГРЭС-2. Таких больших строек в крупнейшем регионе нашей страны в зоне вечной мерзлоты не было уже очень много лет, практически с 60-х годов. Новая станция – это гарантированный свет, тепло во всех домах, освещенные улицы городов и поселков. И, конечно, это серьезный импульс для динамичного развития самого региона. Здесь появятся новые возможности для реализации крупных проектов, для создания новых производств и создания новых рабочих мест. Сердечно поздравляю всех, кто принимал участие в проекте. Желаю вам новых успехов и в энергетике, и в целом в развитии региона и всего нашего Дальнего Востока. Мы запустили ряд приоритетов по направлению международная кооперация и экспорт, приняли стратегию развития российского экспортного центра и отраслевые стратегии по развитию экспорта. Это авиастроение, сельское хозяйство, железнодорожное машиностроение, автопром, некоторые другие. Сегодня экспортеры в основном ставят вопрос о том, что им нужна поддержка на зарубежных рынках в виде административных решений. Министерство промышленности и торговли вместе с РЭЦ поддерживают продвижение такой продукции на зарубежные рынки, и мы несем часть расходов на этот транспорт, в том числе и железнодорожный. За 3 квартала этого года российский экспорт составил 255 миллиардов долларов. Если сравнивать это с периодом прошлого года, он вырос почти на 52 миллиарда долларов. Это, в общем и целом, неплохая динамика. Объем взаимной торговли России с другими участниками Шанхайской организации по итогам этого года превысит значительные объемы, более 80 миллиардов долларов. Среди перспективных направлений, конечно, межрегиональное сотрудничество. Уверен, что наша инициатива о создании форума глав регионов Шанхайской организации укрепит наше взаимодействие. Продвигается сотрудничество в области транспорта, энергетики, в сфере сельского хозяйства. Конечно, нужно расширять сотрудничество в области инноваций. Мы прекрасно понимаем, что возможности качественного роста только за счет дешевой рабочей силы и сырьевого экспорта, они практически исчерпаны. Россия выдвинула также инициативу о формировании большого евразийского партнерства. Это масштабный проект, который должен быть основан на принципах открытости, равноправного участия и взаимовыгодного сотрудничества. Мы сейчас много чего обсуждаем в смысле создания зон свободной торговли. Если же говорить о зоне в масштабах Шанхайской организации сотрудничества, то это более сложная задача. Но в принципе я не исключаю, что когда-нибудь мы выйдем и на подобные договоренности в масштабах Шанхайской организации сотрудничества. Но это уже такая более высокая степень интегрированности, которая должна быть достигнута в формате переговоров между всеми участниками ШОС.